Ученица 7 класса Аделина Канабекова также не осталась в стороне и посадила дерево на территории своей школы. Природа живет дольше, век человека короток, и сажая деревья, мы увековечиваем память о героях, погибших тогда, поделилась Аделина. Сегодня в нашей школе проходит мероприятие в честь Великой Отечественной войны. Сегодня Великой Отечественной войне 76 лет, и в честь этого мы открыли сад памяти, в котором будут посажены 76 саженцев, и мы сегодня в этом все принимаем участие. В 2020 году стартовала международная акция «Сад памяти». Ее организаторами выступило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Однако в этом году акция обрела международный характер, и по Чуйской области за этот период уже высажено около 3000 саженцев в садах памятников. Целью акции садов памятников является это создание зеленых памятников в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня данное мероприятие проводится в Сокулукском районе Чуйской области, в селе Маловодное, Айлюкмытюкунтю, в средней школе, где были посажены сегодня 76 саженцев, это плодоносные деревья, яблони, в честь памяти наших героев, павших в годы Великой Отечественной войны. Данное мероприятие мы всегда должны отмечать на самом высоком уровне. Активное участие в мероприятии принимают и сотрудники отдела социального развития Сокулукского района. И я рад, что сегодня этот памятный отпечаток оставили и в нашей школе, говорит директор школы. На сегодняшнее мероприятие посвящено 76-летию Победы. К нам присоединились акимрайон и заместитель полпреда Чуйской области. Было посажено 76 саженцев. Я надеюсь, что в будущем эти деревья принесут пользу нашим детям. Лозунгом сегодняшнего мероприятия было: «Подвиг героев Великой Отечественной войны будет жить вечно в нашей памяти». Нагима Куманчбекова, Бексултан Мурадилов, СТВ.